Не осталось сегодня в стране и автономия татар-столицы. В доме Асадулаева в культурном центре также был организован прием для всех москвичей, независимо от национальности, желающих сказать свои слова поддержки. Родственники всех погибших людей. Аллаха керек сабырлык, сабырлык, сабырлык на. Терпение, терпение, терпение. И Алладан инде биз хатимда, намазларда, уйде, укырбыз аларга, чтобы аларга бы шел погибшим инде, чтобы по ту сторону было бы легче жить. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Александр Волков, ТНВ, Москва.